Сотрудники Нижегородского художественного музея с приятным удивлением наблюдают второй день подряд ажиотаж и очереди на входе. Здесь проходит первый в Нижнем Новгороде фестиваль песочной анимации. В фестивале участвуют все художники, которые работают в этом направлении в Нижнем Новгороде. Мы их впервые собрали на одной сцене, и впервые широкий нижегородский зритель может увидеть в реальном времени их работу. Стать художником по песку можно прямо в музее, где и учат этому новому, но уже популярному виду моментального искусства. Так Ксения Богатти, которая своим выступлением открывала второй день фестиваля, вышла на публику спустя всего 4 месяца обучения. Собственно, я также начала заниматься песком, когда пришла посмотреть выступление Вячеслава. Очень ослабляет вот это рисование песком, прям так гармонию создает. На волне успеха фестиваля сотрудники художественного музея прямо за кулисами делятся друг с другом новыми идеями о том, чем заполнить уже наступивший год культуры, помимо уже запланированных научно-популярных, художественных и исторических мероприятий. Валентина Тимонина, Илья Федулов, Горький ТВ.